Короче, запись бортжурнал Kia Picanto. Перестал работать центральный замок. Если нажму на кнопку, она просто пикает. Дверь не закрыта. Флажки не закрывает, короче. Вот. Подозреваю, что сдох предохранитель на центральном блоке этом сигнализации. Буду вскрывать, короче. Открутил эти дрова. Откручивать сперва этот винт, потом этот винт, потом этот винт и вот этот винт. Отвертки приготовил. Еще этот винт снизу под рулем. Где он там? Вот тут. А тут, короче, еще один винт. Я их выкрутил. Блин, сколько я езжу на этой машине, даже не знал, что тут регулировка руля есть, короче. Там, типа, можно опускать, поднимать. Вот рычаг, блин. Снял эти панели. Так, она выглядит просто на защелках. Три винта откручиваешь. Так, защелкивается и все. Так. Откручиваю два этих винта. Самореза. Достал эту штуку. Два самореза сверху тут. Вот две защелки просто. И она вываливается. И четыре самореза открутил, которые держат спидометр. Ну, этот. Тут штуку. Вот она болтается. Сейчас я фишки отключу сзади. Эти вот. И достану его отсюда. Фишки, короче, что-то рукой не понимаю, не хаят. Снял, короче, вот эту штуку. Вот, крепится на таких вот штырях тоже. Раз, два. Ну, просто поддеваешь и вытаскиваешь. Вот, убираю. А, ничего не дает мне это дело практически. Только тряпкой протереть. Потому что, ну, эти два еще самореза выкрутил здесь. Ничего не дает. Короче, ну, фишки лучше видно теперь. Вот все. Блок снял. Вот у него два соединения. Положу его в сторону. Вот две фишки. Флажки, которые надо нажимать, вот они сверху. Нажимаешь и вытаскиваешь. Довольно тугие фишки. Вот, что там у нас? Вот блок. Вот три предохранителя. Сейчас их размотаю и посмотрю. Надо тряпочку было с собой взять, что-то все пыльное. Протереть. Вот этот вот третий предохранитель. Ну, второй справа. Ну все, все заработало. Все, кто молодец? Я молодец. Ну все, собираем в обратной последовательности. Вот метр. Спидометр. Эта хрень, та хрень, эти хрени. Вот их не саморезы. Все вроде показал. Фишки не забываем подключить. Фишки отключаются, и вот флажок у них как бы сверху. Очень тугие. Надо тыркать, тыркать. Не сразу их высунул. Ай, блин, что? Закрылось. Все, ставим все обратно. Спидометр, 4 самореза. Эту верхнюю крышку защелкиваем. Так, так. Не забываем смотреть, не потерялись ли эти штучки. Ну, сейчас их можно купить уже. Так. Одной рукой попробую. Защелкнул. Короче, не забываем тут два самореза. Вот раз. И два закручивать. Вот, наверное, они такие беленькие. Так, также защелкиваем эту хрень облицовочную желтыми.
штучки не попадаем. Защелкиваем. И закручиваем два самореза. Раз и два. Они у нас. Не они, вот они, блин. Так, они. Короче, блестящие саморезы, они под обшивкой, их не видно. А эти, короче, видно. Ну все, заноза будет благодарна. Все работает. И это еще одна победа человека над бездушной железякой. Все прикрутил, все болты прикрутил. Убираем инструмент. Так, все, машину починил. Не ключи. Короче, машину починил. Ключи потерял. Вот, починил. Починил. В общем, подписываемся на канал, ставим лайки или дизлайки, кому что больше нравится. Заноза с тебя торт.